Пасхальный кулич – неотъемлемый атрибут православного праздника. В его преддверии многие хозяюшки стоят перед выбором – печь куличи самостоятельно или приобрести в магазине. На приготовление изделий тратится много ингредиентов, сил и времени. В Сдобушке готовы решить эту проблему. В пекарне предлагают свежие и вкусные куличи, которые создают по проверенной годами рецептуре. Печется очень долго, это не вот обычные пирожки, потому что там тесто сначала ставится опара, потом оно подходит, потом перебивается, еще раз подходит. В общем-то, идет раскладка на формы, простойку, опять нужно час ждать. В общем-то, такой трудозатратный продукт, я вам скажу, да, но зато очень-очень вкусный. Рецептура – это мамина, моей мамы, домашняя, с детства. Вместо традиционной глазури сверху куличи покрывают кремом чиз, что делает их вкус нежнее и насыщенней. Для декора сотрудники пекарни используют не только кондитерскую посыпку. Украшением служат орехи, цукаты, элементы из мастики и безе. Куличи продают в нескольких размерах – 7, 9 и 10 сантиметров. В период самоизоляции Сдобушка предлагает своим покупателям возможность заказать продукцию на дом. Не все могут выбраться в магазин в наше время. Сейчас, да, мы работаем на доставку 2 раза в день. Пожалуйста, можете заказать не только куличи, и хлеб, и пирожные, и выпечку. Заказывайте сегодня от 500 рублей доставка. Если заказываете заранее, например, на завтра, там, на послезавтра и так далее, то от 300 рублей бесплатная доставка. Для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ с доставкой на дом, необходимо зайти на страницу пекарни в Инстаграм или ВКонтакте и написать сообщение. Хрустящий багет, свежий дрожжевой и бездрожжевой хлеб, пышные пирожки, круассаны, аппетитная пицца, йогуртовая пастила и разнообразные пирожные по доступной цене ждут вас на прилавках в пекарне «Сдобушка». Торговый центр «Галактика», первый этаж, напротив хлебного отдела магазина «Пятерочка». Телефон +7 950 608 46 98.